Всем привет! С вами Маша Смолт, и я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня будет сборка лайтбокса или софтбокса, как хотите, так и называйте, и попытка снять красивое фото изделия. Мне дали попробовать такую штуку. Вот, она находится... Ну, то есть упаковка уже снята, но он новый, его ни разу не использовали, и моя задача сейчас будет его собрать. Немного поговорим об этом софтбоксе. Фирма SY, модель F-LED, 70 на 70 сантиметров куб. Вот. Также я дам ссылочку на магазин, где покупался этот лайтбокс, если кому-то понадобится, внизу в описании. И если кому-то интересны технические характеристики, вы также можете посмотреть, пройдя по этой ссылочке. Сейчас я не буду вдаваться в подробности. У меня не стоит цель рассказать вам все технические тонкости. Вот. Весит прилично. Просто так с собой не потаскаешь, скажу я вам. Ну, разве что мужчина. Все. Так, смотрим, что у нас здесь. Маленький штативчик, какая удача! У меня мой сломался. Я, пожалуй, это прихватизирую. Какая красота! Смотрите, какой маленький. Блин. Вот это удача. Малюсенький какой. Алюминий. Крутится, все вертится, качество неплохое. Класс! Ладно, с этим мы поиграем после. Супер! Я не уверена, что штатив в комплекте был, может, его покупали отдельно. Это я не знаю. Это внутряшка. Ага, это конструкцию, которую мы будем собирать. Так, это, я так понимаю, здесь такие лампочки есть, светодиодные. Да, такая вот панель, видимо, там где-то вставляется. Это для штатива. Точнее, это держатель для телефона. Инструкция. Прекрасная инструкция на китайском языке. Ни одного по-английски. Ну, как бы вообще. Но зато вроде все интуитивно понятно, что куда вставлять. Так, ладно, разберемся. Слышите, металлические, ну, тоже, наверное, алюминий, потому что они легкие. Но сам факт, что это не пластик, уже говорит о каком-то качестве. Неплохом. Так что. Тут у нас фоны разных цветов, оранжевенький. И это не бумага, это тоже тонкий пластик. Что есть хорошо, не значит будет служить долго. Я соберу, наверное, белый, а может и оранжевый. Не знаю, посмотрим. Пока откладываем. Так. Еще одна лампа. Так. Здесь, значит, система для включения света. Это мы тоже пока откладываем. Ну и, наверное, сами стенки, да. Мешок откладываем. Приступим. Просто. Вот.
достаточно плотно ходит. Не шатается, не люфтят. Одна лишняя. Не знаю, как так получилось, но, видимо, запасная. Что не может не радовать, что розетка наша, российская. Там, кстати, при покупке можно было выбрать европейскую, американскую или нашу. Так, две лампы достаем. Представляете, они на магнитах. Вот, вот здесь вот находятся магнитики. Сейчас я покажу. Подносим ее ко шву. Оп. С одной и с другой стороны она прилепилась. Тут явно замешана магия. Да будет свет. Теперь мы берем фон и будем устанавливать его в наш лайтбокс. Давайте установим белый. Ну вот, друзья, мы и собрали лайтбокс. Теперь осталось его испробовать и сфотографировать что-нибудь в нем на телефон. Будем фотографировать лодочку. Еще мы сейчас попробуем снять стекло здесь. Очень даже неплохо. Я довольна. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте, пожалуйста, лайки. Подписывайтесь на мой канал. И не забывайте нажимать на колокольчик. Тогда вы сможете следить за моим каналом. Желаю вам хорошего дня и настроения. Пока!